Марке, доброе утро. С утра хочу приготовить кабачковый рулет. Для этого нам нужно 2 кабачка. Я натерла на терке. Где-то минут 10 постояла, 15. Сок я руками отжала. Добавила 4 яйца, соль, перец по вкусу и стакан цельнозерновой муки. Вот такая вот. И нужно перемешать. Такой блинчик жарить на сковороде. Ну а для начинки нам нужно это 100 грамм сыра натереть на терке, 100 грамм творога и зелень. Можно укроп, можно петрушку, что вы любите. У меня есть лук зеленый. В общем, сейчас я это все перемешаю. Ну вот, я перемешала. Можно добавить рисовую муку, у кого есть. Так, и вот начинка у меня здесь меньше, чем 100 грамм творога. Я больше сыра натерла и вот лук перемешала. И сейчас будем жарить. Так, девчонки, все выкладываем. Все, девчонки, выложила я. И сейчас будет жариться. Ну вот, девчонки, это минут 3 уже жарится. Смотрите, вот такой вот красивый поджаристый. Вкладываю начинку. И накрываю крышкой. И под крышкой жарю. Так, перевернула. Теперь накрываю крышкой. Девчонки, готов. Смотрите. Блин. Разрезал. Он не сырой, вкусный. На завтрак то, что нужно, и на обед подойдет, и на ужин. Готовьте с удовольствием. Всем приятного аппетита. Мы будем завтракать. Сегодня у меня важный день. Девчонки, у меня сегодня важное событие. У младшего ребенка выпускной. Ну и, как всегда, закон подлости. Выскочила какая-то зараза. Я вообще даже не помню, когда последний раз у меня были такие проблемы. Но взяла у Кирилла. Масочку нанесла сейчас. В общем, я выкупалась, вымыла волосы, нанесла маску на волосы. Как раз погоду. Вот такая у меня остатки остались. Рису вулканическим пеплом. Буквально там чуть-чуть у меня оставалось. Даже забыла про нее, что она у меня есть. Вот. И сейчас с вами протестируем новинку. От Global Oxygen пенящую маску для лица. Написано, что здесь быстрый эффект. Преобразит свое лицо. Кислородная пенящая маска для лица. Это средство с мгновенным эффектом устранения следов усталости, излишнего блеска и очищения кожи. Идеально перед большим мероприятием или нанесением макияжа. Маска начинает пузыриться и вспениваться при нанесении на кожу. Обеспечит глубокое проникновение кислорода в кожу. В общем, девчонки, сейчас с вами протестируем. У меня есть видео, обзор. Такая вот миниатюрка 30 мл. Голубого цвета. В общем, сейчас с вами, девчонки, нанесем. Наносится на 3 минуты. Потом она вспенивается на лице. И еще оставляется на 3 минуты. Раз у меня сегодня идет пощипывание. Важное событие. В
божественная часть у нас сегодня в 16 часов. Была на 19, перенесли на 16 еще. Я чувствую такие пузырьки на лице. Вот она идет пощипывание и пузырится, прям чувствуется. А, щекотит. Я чувствую, как она пузырится. Как будто мурашки по коже. По коже как будто шевелится. Так, девчонки, сейчас оставлю на 3 минуты. И к вам вернусь через 3 минуты. И прошло 3 минуты. Смотрите, как она пенится. На руке я смыла. И написано, что нужно ее массажным движением спенить. Ну, я вот кисточкой. Оставляю еще на 3 минуты. Девчонки, прошло еще 3 минуты. Вот так вот маска пенится, вот, слышно. Сейчас пойду смою и вам результат покажу. Девчонки, смыла я, смотрите, кожа очищенная, прям поры суженные, осветленное, состояние кожи, конечно, хорошее. Так. Все, я буду смывать маску. Уже высушу волосы, уложу. К вам вернусь, покажу. Девчонки, смыла маску. Волосы высушила, уложила. Так вот, чтобы, главное, чтобы ничего не потекло. И потом не висело. Было этому прыщику выскочить именно сегодня, да, неподходящий момент. Вот, пока еще ничего не наносила, ни сыворотку. Надо будет сыворотку сейчас нанести, чтобы впиталась. Пока только софт нанесла вот на лицо. Так, ну, макияж сделала, девчонки, к вам вернусь. Девчонки, сделала ей макияж. Губы еще не красила. У нас пошел дождь. Ну как же мы без дождя? Выпускной и дождь. Нам сейчас выходить, минут через 15 дождь идет. Вот, девчонки. Сейчас платье одену, я вам покажусь. Девчонки, вот, все, накрасила губы. Думаю, вроде бы сильно ярко не надо. Пожелайте нам хорошего отдыха, хорошего вечера. Все, всем, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем любви, всем удачи, берегите себя и всем пока.